Всем привет! Смотрите, бутылочка Мистер Мускул у нас стоит на полу. Вот. И на самом деле это обычная печать на бумаге, на принтере. То есть идея состоит в том, как напечатать картинку с 3D эффектом. Ну, например, я хочу что-то напечатать на половой плитке. Вот. Но не просто рисунок, а хочу, чтобы рисунок был как бы с 3D эффектом. Как добиться вот такого эффекта? Очень просто. Нам нужно, допустим, если половая плитка будет расположена вот здесь, мы смотрим на нее под таким углом. То есть, естественно, мы под таким углом будем видеть этот эффект. Если мы зайдем под другим углом, эффект искажается. Вот. Но если при входе нам, допустим, нужно сделать плитку с таким вот 3D рисунком, значит, нам сначала нужно определиться, что будет за рисунок. Какую, ну, я не знаю, можно что-нибудь придумать, то ли игрушка мягкая, и поставить на это место этот рисунок и просто-напросто сфотографировать его. Вот. Ну, желательно хорошим качественным фотоаппаратом. Вот именно с такого ракурса. Потом этот рисунок перенести в Photoshop, вот, подкорректировать и распечатать. Вот. Потом этот рисунок можно уже перенести на кафельную плитку. Вот. И если, допустим, большой, значит, разделить на пару плиток. Вот. И мы получим вот такой вот 3D эффект. То есть, если Вот смотрите, настоящая бутылочка и нарисованная бутылочка. То есть эффект вот под таким углом совпадает. Если уже вот так, эффект пропадает. Вот. То есть желательно выбрать угол. Например, вы заходите в ванную, вот, чтобы с порога вот именно этот угол был, чтобы с порога вы сразу увидели этот эффект. Вот, получается, ну, размеры немножко я не рассчитал. Нужно было чуть уже сделать картинку, тогда было бы 100% совпадение. Ну и цвета, понятно, принтер на простой бумаге такие цвета не передает. Вот. Ну вот, это как бы самый простой способ сделать 3D картинку вот, на полу. Вот, или, ну, надеюсь, потому что другими способами делают, перерисовывают, это нужно уметь рисовать. А так, выбрали ракурс, сфотографировали с этого ракурса, вот вам готовый 3D эффект. Ну, всем спасибо за внимание, всем пока.